Осень, как правило, пора простуд. С наступлением холодов наступает и череда больничных. Поэтому мы решили спросить у ульяновцев, как же они поддерживают здоровый дух. Витаминами, медикаментами или же по старинке – чаем с медом и вареньем. Мед я вот так наелся, чтобы вывалились всю краснота на ноги. Поэтому мне сказали, мед не надо. Мед ведь надо нормой, а я как утром вставал ложку, столовую ложку, и водой воду, и выходил на это, занимался. И так я за зиму сожрал, грубо говоря, 3,5 банки 4-литровой. Мне говорят, ты что, Петрович? Я говорю, я, мне нравилось, все. Занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ и слежу за правильным питанием. Помогает, реже болеете? Да, действительно, я стал очень редко болеть, хотя в детстве я очень часто, каждый сезон заболевал. Свежий воздух, любую погоду, движение, ходить. Обязательно быть на свежем воздухе. А потом еще не прошло овощи, которые сохранились, помидоры в этом году было много. Огурчики, лимон, ну, что еще? В общем, активный образ жизни и настроение, самое главное, душевные радости. Пьем витамины, чай с имбирем, с лимоном. И, наверное, здоровый образ жизни, ну, прогулки. Да, стараемся, с детьми гуляем почаще. В холодное время года, ну, как ему начаться? Как обычно всегда. Ну, чем? Может, чай с медом или витамины какие-то? Ну, чай с медом, да. А еще? Ну, фрукты. Вот такие дела. А зарядку делаете? Ну, зарядку иногда делаю, иногда нет. В зависимости от времени. Питаемся правильно, занимаемся спортом, слушаем хорошую музыку, поднимаем настроение и ложимся спать в 10 вечера. Иммунитет. Да. Фрукты, овощи больше кушают. Иммунитет, чтобы поддержать. А еще гуляете, может? И гуляю, конечно, обязательно. Прогулки. Помогает, меньше болеете? Я уж забыл, когда последний раз в поликлинике был. Да плохо поддерживаю на самом деле. Постоянно учиться приходится, работать приходится. Чаем с вареньем. Все. Только так. А гулять как-то больше стараетесь или погода пока не очень позволяет? Вот, прошлой неделе была ужасная погода. Вообще, да, я люблю гулять.